Мне было всего 9 лет, и я сильно любил Дональда Трампа. У меня были все его гитки. Каждую ночь я молился Трампу, благодарил его за депортацию нелегальных иммигрантов. «Трамп — это любовь», — говорю я. «Трамп — это жизнь». Когда мой отец это слышит, он называет меня расистом. Я знаю, он ревновал меня за мои молитвы Дональду. Я называл его писькой. Он порол меня и отправлял спать. И вот я лежу, плачу, и мое лицо болит. Вдруг я чувствую прилив тепла. Это был Дональд Трамп. И я так счастлив. Он шепчет мне: «Нам нужно построить стену». Он вытащил меня из постели и полез в свой карман. Я готов. Я открыл свой кошелек Дональду. Он дает мне небольшой заем в $1 миллион. Это больно, но я делаю это для Дональда. И я чувствую, что мой кошелек распирает. Он могуче ревет по мере того, как заполняет мой кошелек. И тут ходит отец. Дональд Трамп посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Ты уволен!» А потом вылетел в окно. Трамп — это любовь. Трамп — это жизнь.